Дети в этом возрасте очень комфортные. То есть они податливы влиянию той группы, в которой они находятся. Актовый зал политехнического техникума полон, но повод не из радостных. Психолог сообщает родителям о первых признаках суицидального поведения у детей. Беда ходит рядом. В апреле студент этого техникума свел счеты с жизнью. Парень рос в благополучной семье. У педагогов был на хорошем счету. Как многие ровесники, увлекался аниме. Хотя в прокуратуре говорят, страшное можно было предотвратить. Там есть заключение медицинское, где написано, что у подростка были проявления депрессии. И родители, и образовательное учреждение, в котором раньше обучался этот подросток, своевременно просто не придали значения возможности пообщаться с психологами. Психолог Татьяна Гашкова просит родителей подростков обращать внимание на статусы в соцсетях, группы, в которых они состоят. Хорошо бы войти в доверительные отношения с друзьями подростка. Часто они знают все о нехороших склонностях ребенка. Вот сегодня у меня на приеме было два ребенка таких. Причем обе девочки были изрезаны и руки, и ноги. Они называют это шрамированием подростки. Вот. Они родителям объясняют, что это так модно, что это все так подростки делают, и родители не обращают на это внимания. Это можно назвать предательством, потому что человек меня очень сильно подставил, после чего со мной не общался вообще никто. Сегодня в нашей студии Марина, гостья, прячет свое лицо. Когда-то ее опозорил близкий друг. Слил в сеть фото, которое заставило отвернуться от нее всех. Марина не знала, как дальше жить, и пошла на отчаянный шаг. К счастью, выжила. Об этой истории вскоре все забыли. Жизнь пошла своим чередом. Теперь девушка понимает, суицид не выход. Но я считаю, что делают хуже только родителям и близким, ну, даже родственникам, скорее всего, потому что, как бы ни говорили их друзья, там, девушки, парни, они все про них забудут. Пройдет 5 лет, пройдет 10 лет, они вспомнят, да, был человек, и не более. То есть ты останешься просто воспоминанием, а родители будут помнить тебя всегда. На собрании в политехническом техникуме психолог Татьяна Гашкова посоветовала родителям больше проводить времени со своими детьми, не доставать их нравоучениями, а общаться по-дружески. А если ситуация начала принимать непредсказуемый оборот, обязательно обращаться к психологу. Евгения Кокшарова, Дмитрий Воронушкин, новости на ТНТ.